За 2 года борьбы с нелегальной торговлей мэрия потратила 1 000 000 гривен, и это только на демонтаж. Такую цифру сегодня озвучили на Думской. За указанный период исполком 19 раз голосовал за демонтаж МАФов. Всего из 77 объектов было демонтировано 674, что соответствует 87% от общего числа временных сооружений, подлежащих демонтажу. При этом меньше всего убирали именно тех самых наливаек, на которые регулярно жалуются одесситы. А весь процесс обошелся бюджету более чем в 1 миллион гривен. В 2015 году 639 800 гривен и такая же сумма за 2016 год. Отдельно хочу отметить, что за отчетный период демонтировано 16 временных сооружений, в которых осуществлялась реализация алкогольных напитков, поступали многочисленные жалобы от жильцов прилегающих домов.